На тебе малинку. Будешь малинку есть? Будешь малинку? Малинку будет мальчик. Ну, да, давай, на. Давай, давай, мама, малинку тебе дала. Не видит он. Где же эта малинка? Сейчас я ее черную только ест. Красную не ест. Красную не надо. Это благородная. Черт. Да нет, может, поем. Не, не буду. К вопросу о разности сезонов. Вот 23 июля моя первая клубника. Это, пожалуй, весь урожай. Может, еще столько же соберу. Вот Подмосковье. Пожалуйста. Ну, как говорится, мал золотник, но дурак. Клубники хоть и мало, но она пахнет так. Вкусная такая. Я уже несколько штук еще съела, так что это не весь урожай. Еще штуки 4 или 6 я съела. Не знаю, какой сорт. Уже все, ей уже 5 лет. Уже надо ее обновлять. Но такие листья у нее классные, даже мне ее жалко, честно сказать, вырывать. Но ничего, сейчас соберусь силами, пойду ее всю уберу. Ну, не сейчас, а когда она отцветет, буду на этом месте что-то другое выращивать. А вот это прям моя ягода. Вот она, моя Кумберленд, созрела. Вы посмотрите, сколько. Сколько. Это всего 5 кустов, и мы ее обираем, постоянно едим. И она просто завалила нас своим урожаем. Видите, сколько обобрано и сколько еще впереди. Вот, сейчас пойду ее соберу. Вот это я понимаю, ягода. Никаких проблем с ней нет. Растет, растет и декоративно цветет. И тоже крупная достаточно. Вот, по сравнению с моей. Так что выбираю то, что требует меньше усилий и меньше дает разочарований. Потому что, конечно, вот это все не это. Ну и смородинка, конечно, тоже радует. Смотрите, какая смородинка. Вот так взял эту малину и... Красота. Как вкусно. А выглядит-то она, посмотрите как. Ну просто чумачечья ягодка. Кумберленд. Ну зря я грешила на лето и на плохие урожаи. Посмотрите, малины как много. Ну это вот все шпалеры от красивой грядки, конечно. Смотрите, как удобно собирать. Стоишь, не где-нибудь там ползать надо, а прям вот стоишь и рвешь. Рвешь и ешь. Смотрите, сейчас сколько поспеет. Сладкое, неимоверно. Мне все-таки слаще малина, вот чем у мамы. Класс. Вкуснота. И внизу много. Вот видите, и на этом уровне много. Надо посильнее, конечно, обрезать, чтобы она была крупнее. Когда мало обрезаешь, тогда она, хоть ее и много, но она мелковата. Зреет еще, ведь чуть попозже будет. Но будет. Ой, вкусно. Ну и что, что у меня клубники нет и ни одного огурца. Зато у меня вон малины сколько. Во, миска-то какая, а? Сиротская. А вкусна. А какая сладкая. Я, наверное, все не съем. Но я постараюсь. Это белая, очень вкусная малина. Очень. Мне Катя Егорушкина подарила. Один саженец, она уже размножилась. Такая крупная. По сравнению с красной-то, да? И с черной. О, видите, такой у меня модный светофор. Ел красную малину, а черную будешь есть? Черную деликатесную будешь? Конечно, что, дураков нету, конечно, что ж я. Что ж я? Красную сами ешьте. А мне Кумберленд подавайте. Кумберленд мне давайте. Я вашу красную есть не буду. Босяцкую. Я вообще с паспортом собака. У меня там вообще я Белли Туаль Климент 14. Вот я черную малину могу. А красную сами ешьте. А я черную буду. Потому что черная — это вообще круто. Круто, черная малина. Круто. Очень вкусно. Молодец, Клим. Молодец. Молодец. Нету больше. Иди с куста поешь. С куста не буду. Сами ешьте с куста. У меня паспорт есть.